отдавая дань моде. Это будет короткое селфи-видео спортивного русского писателя на фоне реки Марава. И Австрии за рекой Марава, и орла в Австрии. Вот орел маленький такой, но это орел, друзья. Вот сюда мы заехали с нашим другом велосипедом. Точнее, я на нем. Вот. Но работал я, отдыхал он. И вот мы доехали до границы. И сейчас для истории делаем... делаем селфи на видео и напоминаем вам зловещую словацкую пословицу. Она звучит так, попробуйте ее понять по-русски: шпортом к трвалой инвалидите. Переведу на всякий случай: с помощью спорта к пожизненной инвалидности. С таким юмором нежным в Чехословакии понимали спорт, а потом пришла демократическая эпоха, и мы спорт понимаем очень серьезно. Нет, спортом к здоровью и процветанию.